Борец в красном трико Федор Балтуев. В команде России он представляет город Иркутск. Ему 20 лет, спортивный клуб «Арена». 8 лет занимается борьбой. Тренеры Александр Балтуев, Руслан Баракшонов. Федор Балтуев – обладатель бронзовой медали первенства мира. On the mat, the in the red, Fyodor Balduyev represents Russia. Irkutsk City, he is 20 years old. He represents Arena Sports Club. He has 8 years experience of freestyle wrestling. He's a captain of Master Sport. His personal coaches are Balduyev Alexander and Shonov Ruslan. He is the bronze medalist of the World Championship. Good away. Борец в синем трико Абазгат Шаймагомедов. В команде России он представляет Республику Дагестан, город Хасавюрт. Ему 23 года, 12 лет занимается борьбой, училище Олимпийского резерва города Хасавюрт. Мастер спорта международного класса. Тренеры Абазгат Шаймагомедов, Камзат Абаз и Захарчук. Абазгат Шаймагомедов, чемпион мира, чемпион Европы 2021 года, обладатель золотой медали международного турнира серии Гран-при Иван Ерыгин. Yeah.
Сиимдигу Абазгаджи Магомедов. Вышли же там, смотрят. Мне показалось, что они уже за ковром были. Завоевал золотую медаль из категории до 60 килограммов.